Приветствую, друзья! Кто знаком с Адвайтой Веданта Шанкарой или в курсе, что такое йога вообще, как система духовного физического совершенствования, и кто понимает о том, что есть высший разум, это бесконечность, и низший разум, имеется в виду высший ум и низший ум. Низший ум – это весь заполненный комплексами, стереотипами, шаблонами мышления, авторитетами. А высший – это бесконечность, безмятежность. Это то самое нулевое состояние, которому в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus постоянно учим, и которое достигается путем подбора действий, синхронных к текущему состоянию в моменте. Так что я говорю о том же самом, о чем говорили тысячи лет назад, и выдающиеся йоги, и выдающиеся цигун, и дао-дэ-цзин, это все говорят об одном и том же. Просто в каждом веке находятся новые и новые слова. Что я вам хочу сказать, я нашел такой путь сквозной. Сегодня, в нашем веке, это физкультура профессора Матвеева, учебник Анатолия Петровича, моего друга, для 10-11 классов. И там моя синхрогимнастика. Синхрогимнастика отличается от всех физических культур и от йоги в том смысле отличается, что там вместо гуру вы используете критерии индивидуального подбора личных упражнений и приемов. Там новые принципы. Принцип подбора путем перебора вместо только старого принципа обучения на основе повторения. Эти два принципа соединены, и поэтому миллион различных упражнений, а вы там выбираете по критерию индивидуального соответствия то, что вам подходит, то есть то, что вы легко делаете, без труда, даже самый ленивый из нас это может подобрать. Даже лежа, сидя, стоя, в беге, не имеет значения, если вы подбираете действия синхронные текущему состоянию в моменте, то, что вам собственный инстинкт подсказывает, а если вы не знаете, что вам подсказывает инстинкт, то я даю перечень различных упражнений, из которых вы выбираете по этому критерию, ну, о котором вы должны уже знать давно. Если вы смотрите мои ликбезы бесплатные, если вы бываете на вебинарах, если вы читаете мои книги, должны знать этот критерий. Ну как же можно его не знать человеку в современном веке? Именно поэтому в своем деле я самый крутой специалист в наше время. Именно поэтому я вытаскивал после терактов людей со страшным, сильным шоковым напряжением, которое психологов не слышит. И учил потом психологов. Я готовил и Марс 500, международную команду, я много чего делал, потому что я создал новую модель работы мозга, и кто этого не знает, почитайте об этом в моем сайте stress.su и смотрите сайт hasai.ru, и вы многое поймете. Подписывайтесь на канал «Метод ключ Хасая Алиева» на YouTube-канал, чтобы не пропустить новое, и на Telegram канал «Метод ключ Хасая Алиева». И вообще везде подписывайтесь, чтобы не пропустить новое, потому что сейчас я вам дам такое интеллектуальное, взрывное, что вы будете поражены. До чего это все просто? До чего это все просто? Поэтому никому и в голову не приходит.